not very excited. Полине первый подарок от бабушки Агры. Мама! Вот сейчас мы откроем. Это ноты, Беня, да? О, Беня, будем играть. Ой, какая прелесть. Ой, какая красота. She should stand next to the tree, Аля. А для тебя? А для тебя, Аля. Ты так подними волшебную палочку, сделай. Рот закрой и так сделай. Новым это годом! Тебе Эллен Эйзен. Okay. Новым годом! По-французски. Новым годом! А теперь по-французски скажи. Вау! А это кто? Папа! Это с бабушки Амы. Это спасибо! С бабушки Амы. На полу, посмотри, вот она. Какая? Бабушка, это твое. Ага, ну спасибо, Денечка. Спасибо, тетка. Пап, на улице. Alors, Pauline, не надо в подвале. Pauline, est-ce que tu es contente de tes cadeaux? Oui. Tu veux encore des cadeaux ou ça va? Oui. Non, mais là, on a eu assez pour ce soir. Elle avait même plus que moi. Tu crois? Первая девица, я полетела в те края, где много-много-много разных принцесс, и там встретила его. Да очень полюбила сильно, вот обычайкой я была, и превратила девица в белую птицу. Ой, люли, май, люли, люли. Ой, люли, май, люли. Чайка белая летает. Современный Дед Мороз. Пусть Новый год вам принесет со снегом смех, с морозом бодрость, в делах успех, а в духе твердость. Пусть все заветное свершится, и пересилив даль дорог, надежда в дверь к вам постучится и тихо ступит на порог. А вслед за ней войдет удача, с бокалом праздничным в руке, вбегут ребячись и играя, сюрприз и шутка налегке.
Сергей Потапов. Даже если это все сказал мой сестрический папа. Эй, красавица, Белла? Почему же? Перке. Говорила ты мне, но не в нашем языке. Как-то не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас за пара, за пара. Как-то не крути, ага. Нам не по пути. И? Мы с тобой не пара, брать. Here we go. Как-то не крути, но ты не пара, не пара. Вот такая вот у нас за пара, за пара. Как-то не крути, ага. Нам не по пути. И? Мы с тобой не пара, брать. Аккордеон. А осень настала, мне холодно стало. Я даже устала, ой, миленький мой. Ты пусти меня домой, будешь ты моей женой. Будет ты с тобой не исключать. И холодную природу, и жару, и непогоду. Только ты меня не выключай, ча-ча, прощай. И теперь не спешай скучать. Но меня не выключай на вся. И случай ты меня не выключай, прощай. И теперь не спешай. Скучай, но меня не выключай. Прощай, сегодня. Кто самый лучший у нас? У нас и Петечка, все хорошие дети. У нас Дедушка Мороз, очень. Хена и Хена. И Хена. И Хена. Алик, папа Саня. Это Гетлежу. У нас Ленка, самый маленький. Дедушка, я думаю, это подарок для самого маленького. Давайте, давайте, давайте. Давайте мы сейчас раздадим. Нет, нет, нет. Вначале. Пусть детки мне споют песенку. Да? Первое да. Поле поет. Спей. А как он называется? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом строя, зеленая была. Метель не пела песенку. Ёлочка большая, мороз лужков окутывал, смотри, не замерзай. И вот она нарядная на праздник нам пришла, и много-много радости детишкам принесла. Кого ты знаешь?